В национальном парке «Земля леопарда» удалось снять видео брачных игр редчайшей кошки планеты – дальневосточного леопарда. Сотрудники заповедника считают кадры уникальными. Во-первых, камера впервые зафиксировала отношения этих животных в дикой природе. Во-вторых, необычна сама ситуация. Ведущую роль в играх взяла на себя самка леопарда по кличке Берри. Для нас, конечно, было большим сюрпризом, что вот при брачных играх активность проявляет все-таки самка, потому что обычно принято, что самец активничает, потому что самец больше заинтересован, чтобы оставить свой генетический материал как можно на большей территории, да, оплодотворить как можно большее количество самок. В национальном парке планируют установить как можно больше видеоловушек, чтобы наблюдать за жизнью своих подопечных в естественной среде. Сотрудники «Земли леопарды» считают, что эти знания помогут восстановить популяцию дальневосточного леопарда. В мире их осталось всего несколько десятков.